что, завелась? Какой там завелась вообще? На улице минус 35, замерзло все. Фу. Я тебе говорила, встань пораньше, прогрей машину. Ты мне до 5 утра говорила, я поэтому не встал вообще. Может, колесо спустила? Какое колесо? Тут либо аккумулятор, либо стартер, либо бензин, либо... Я не знаю, что, я не знаю. Вечно у тебя кто-то виноват, только не ты. Ничего не можешь. Вон палочку сколько прошу прикрутить. Что ты пристал с этой полочкой, я не знаю. Просто аккумулятор надо новый, и все. А я тебе говорила, что аккумулятор надо новый. Так, все, надо прикурить, и все, короче. Ты же бросил. Ну что, я говорю, аккумулятор сел, надо прикурить от другой машины, и все, сейчас брату позвоню, он приедет. Телефон сел, дай твой, ну. Алло, Вовку позови. Как в тюрьме? Да чё ж у тебя всё село-то? Всё, я звоню папе. Алло, пап, у нас проблемы. Ах ты гад! Машина не заводится, пап! А я тебе говорил, разведись с этим безруким. Так, пап, я с безруким-то развелась, за этого вышла. Че, полочку прикрутил, что ли? Ничего он не прикрутил. Слушай, это, давай, ты извини меня. Не-не, нормально, нормально. Зато лицо согрелось. Че у вас случилось? Сейчас... Аккумулятор сел. Спишь моей дочери? В смысле? Спишь с ней, говорю, или нет? А я тебе говорила! А тихо ты! Спишь или нет, говорю? У нас вообще-то двое детей, как бы. Вообще-то, как бы это. Ты давай не ходи вокруг да около. Спишь или нет? Сплю. Так проснись, проснись, проснись! Беги за паяльной лампой, надо подогревать, подогревать снизу. Какая паяльная лампа? Это японская машина. Паяльная лампа тоже мне. Японская машина? Ну, конечно, что? Ну, тут тогда нужно ждать проходящего японца. Что-то поток японцев сегодня слабенький. О, какой хэшон! Чего все. А? Нет, я по Жигуля. Ты что? А что? У меня дед в японскую воевал. Пойду у него узнаю тогда. Что делать вообще? Дим, а может, черт с ним, с этим маникюром-то? У меня вон ногти и так уже одинаково все синие. Пойдем домой. Купим бутылочку вина. Посидим в кои-то веки вдвоем. Я тебе котлеток пожарю, Дим. Как ты любишь. С рисом. С рисом. Ванну горячую наберу с пенкой. А ты пока полочку прикрутишь. Ты мне достала с этой полочкой уже. А я тебе говорила, что я тебе достану с этой полочкой. Ты говорила. Ты другие слова знаешь. А я тебе говорила, что я больше не знаю ничего. А я тебе говорила. Я говорила. А через 9 месяцев в семье Дуриловых появился новый аккумулятор. А полочка? Не, полочка — это вообще другая история уже, да?